рассказывать, да? Только не, ну как бы люди все равно же как бы будут понимать, если вы что-то... видеоблогер, могу вам для блога рассказать просто там, да? Вот меня уже ребята снимали, там блогеры ну, да. подходили. Спасибо. На здоровечко. А, все, да, сейчас догоню, да. А то малиновая. Идите сюда, я дам вам попробовать. А сколько стоит? На здоровечко вам. Смотрите, девушка, у меня есть... Это малиновая? Да, 5 видов. Угу. Грушевую не надо, я вчера ела. А, грушевую какую-то... В общем, это пастилак, это способ хранения такой... разных как бы продуктов, фруктов. Груша снята, малинка. Сохранением всех. Малинка и...